And when we say, и мы говорим, что не чувствуем прощения. Получается, что чувство для нас важнее веры. Ну и что не чувствуешь? Главное, во что ты веришь. Именно вера должна управлять чувствами, а не наоборот. Мартина Лютера как-то спросили: «Мартин, ты чувствуешь себя прощенным?» Он говорит: «Нет, но жив Бог, я уверен, что чувства, утренний туман, приходят и уходят. Лишь Слово Божие меня земным путем проводит». И если в сердце зазвучит внезапно осуждение, Бог больше сердца моего, лишь в нем мое спасение. Лишь Слово Божие стоит вовеки неизменно, и только им я буду жить без страха и сомнений. Итак, прощение основано на Слове Божьем. Конечно, бывают чувства, бывают ощущения. Все это бывает в нашей жизни, и это нужно проанализировать, и с этим нужно что-то делать. Но по вере мы знаем, что Бог сделал с нашим грехом. Нужно стоять на основании Слова Божия. Но нам важны напоминания, конкретные напоминания о том, что Господь сделал для нас. По вере. По вере, а не потому, что мы чувствуем. По вере, потому что Он простил нас. Вот несколько библейских фрагментов, которые я посоветовал бы перечитать тем, кого продолжает мучить совесть, которые продолжают мучиться чувством вины. Запомните их, выучите их наизусть. Напоминайте Богу об этих фрагментах, напоминайте себе об этих фрагментах. Во-первых, все мои грехи, все, что я совершил, все это Бог стер. Он этого уже не видит. Почему я это знаю? Смотрите. Боже, Ты бросил все грехи мои за хребет Свой. Исайя 38, 17. Когда что-то за хребтом, за спиной, этого уже не видно. Да, я понимаю, что это человеческая аналогия. Но через эту аналогию Бог доносит до нас очень важную истину. Конечно, у Бога нет хребта, Он есть Дух. Но тут антропоморфизм. Мы говорим о Боге, используя человеческие аналогии, термины, относящиеся к телу человека. Смысл в том, что Бог говорит: «Все мои грехи я бросил за хребет, за спину, я их не вижу». Михей 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». В пучину морскую. Представьте себе, 6000 метров. Пучина морская. Или даже глубже. Исайя 44:22. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако». То есть Бог берет самые тяжелые, самые темные пятна и все их удаляет. И человек, который чувствует угрызение совести, должен понять, что если вы разобрались с этими грехами, если вы действительно покаялись, если вы примирились, если вы восстановили то, что нужно восстановить, тогда нужно стоять на истине о том, что Бог удалил от себя все ваши грехи. Он их не видит. Но это еще не все. Бог и дотянуться не может до моих грехов. Смотрите, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Насколько далеко восток от запада? Самый мощный телескоп не может увидеть восток, если он находится на западе. Не может увидеть север, если находится на юге. Насколько далеко удален запад от востока? Смотрите, например, от северного полюса до южного полюса можно дойти, а потом обратно до северного. А вот с западом и востоком так не получится. Если отправиться на запад и продолжать этот путь, всегда и будешь идти на запад.
потому что нет восточного полюса или западного полюса. И мы читаем: «Я удалил ваши грехи от вас так далеко, как восток от запада». И еще одна мысль. Бог даже не помнит ни об одном из моих грехов. Смотрите, как здорово. Смотрите, какая это библейская истина. Бог не помнит о моих грехах, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомню более. То есть Бог решил больше об этом не вспоминать. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Сильно, не правда ли? Бог прощает и забывает. Бог не хочет, чтобы его дети, которые серьезно строят отношения с ним, испытывали угрызение совести. Он хочет освободить вас. Я понимаю, что совершил грехи, но теперь я прощен и освобожден. Мои грехи могли быть жесткими, жестокими, страшными. У некоторых из нас такие грехи есть, ужасные грехи. Но мы покаялись. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очистила нас от всякого греха. И я понимаю, что по этой причине, и поскольку вы признали это, не просто покаялись, но признали и разобрались с последствиями греха, вот по этой причине Бог не видит ваши грехи. Бог не может дотянуться до ваших грехов. Бог не помнит о ваших грехах. Что можно представить себе лучше? Давайте ощутим это. Давайте запомним это. Не надо каяться снова и снова. Здесь есть еще одна западня. Люди мне иногда говорят: «Я вот что натворил». И мне говорят: «Я много раз за это просил прощения у Бога, много-много раз». Я говорю: «Перестаньте. Вы искренне просили прощения у Бога?» «Да, конечно, абсолютно искренне», — говорят мне. Я говорю: «Но тогда не надо больше в этом каяться, если только снова не согрешите тем же грехом, тогда, конечно, да. А в принципе, не надо, потому что Бог уже не знает, о чем вы говорите, потому что Бог не видит этого греха, Бог не может дотянуться до этого греха, Бог не помнит этого греха. Зачем же вы его вспоминаете? Его больше нет. Не надо снова и снова каяться в одном и том же грехе. Если вы снова совершите этот грех, конечно, нужно будет снова каяться. Но если вы продолжаете каяться в одном и том же, когда уже покаялись, это означает, что у вас не хватает веры. Потому что мы читаем: «Если мы исповедуем грех, то Он верен и праведен, Он простит нам грехи». Значит, не нужно снова и снова каяться в одних и тех же грехах, если уже покаялись. А теперь продолжим нашу беседу, продолжим наш разговор об этих чувствах, которые мешают нам. Мы говорили о чувстве вины. Но все равно порою люди говорят: «Я не чувствую Божью благодать. Я не испытываю Божью благодать в своей жизни». Как же ощутить Его благодать и как принять Его благодать? Здесь нам понадобится то, о чем мы уже говорили. И, ощутив Божью благодать, мы освободимся от чувства вины. И в следующей лекции мы побеседуем о том, как ощутить Божью благодать. Что конкретно нужно для этого делать? Мы поговорим о конкретных делах, которые помогут нам совершить это в своей жизни. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.